Свой визит в Рязань чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко начал со встречи с молодежью в Николо-Ямском храме. Знаменитый российский боец признает, что православие играет большую роль в его жизни. По его словам, именно спортсмены контактных единоборств ближе всего стоят к вере в Бога. Впрочем, пришедшие ребята и любители боевых искусств в первую очередь интересовались у лучшего бойца планеты, собирается ли он продолжать профессиональную карьеру. На это Федор Емельяненко ответил, что теперь все-таки окончательно повесил перчатки на гвоздь и выходить в ринг больше не намерен. Свое время сейчас чемпион посвящает административной работе на посту советника министра спорта России. Встреча с рязанской молодежью продолжалась более полутора часов. Однако ребята еще долго не отпускали чемпиона, стремясь заполучить памятные автографы и фотографии. На следующий день нашей съемочной группе удалось пообщаться с Федором Емельяненко и спросить о планах по развитию смешанных единоборств в Рязани. Конечно, задача наша поднять уровень бойцов, уровень спорта. Но время покажет. Главное, что есть люди, есть желающие, есть спортсмены, которые хотят быть сильными, сильнейшими в России. Вот, есть наша адекватная молодежь. Полностью эксклюзивное интервью с чемпионом смотрите в завтрашней итоговой программе «Время говорить». Также в рамках визита Федор Емельяненко провел семинар для рязанских тренеров ММА. Смешанное единоборство – технически сложный вид спорта, включающий в себя десятки различных техник боевых искусств народов мира. Поэтому здесь без слаженной работы рук и ног не будет успеха. Федор Емельяненко пробудет в Рязани еще один день. В плане его визита – еще одна встреча с общественностью, которая пройдет на стадионе «Спартак».